Пациенца и Крхин в центре поля, Кане и Кристальда нападающие. Альварес. Паласиом уже в штрафной площадке. Наготому поддерживает это наступление. Под правую ногу. И передача. Гол! Икарди! Как все просто. Но в то же время эффективно. Здорово идет мяч у Интера с одного фланга на другой. Добирается до Наготома, который, перебрав мяч под правую ногу, заправляет эту самую передачу в штрафную. И там, играя на опережение, Икарди проталкивает мяч в ворота. Отпраздновала местная тифозерия. Ну и отмечаем здесь ошибку Мантовани, который играл персонально против Икарди. Мауро делает шаг навстречу мячу. Ну и классическая игра, на самом деле, центр форвард. Игра в касание. Игра в той позиции, где он и должен быть первым на мяче.